Сцепилось у тебя, ухо оторвало. Что ты будешь делать? Что ты будешь делать? Ты побежишь, скажешь, да, это ухо, мама побежит, и тренера будет забить. Будет писать, вот тренер, вот у него, то есть я буду виноват. Ну а кто будет виноват? Тренер? Как ты будешь виноват? Ты у мамы будешь виноват? Ты будешь виноват у мамы? Что-то я очень сомневаюсь. Еще раз, заколки на голове. Раз открылось, и кому-то в глаз попало. Кто будет виноват? Тренер. В ушах зацепилось, оторвало полуха. Кто будет виноват? Тренер. Тренер может не заметить. Может, я тут каждый раз говорю. Девочки, вы красивые девочки. Зачем вам все вот эти вот сережки, вот это лишние проблемы? У вас каникулы, вы ничем не занимаетесь, заденьте и ходите. Куда вы будете ходить? Что, вот скажи, что на тебе сейчас дает? Ты лучше учишься все. Нет. Ты хорошо тренируешься вовремя, ты хочешь делать? Нет, а что ты делаешь? Ты на танцы сейчас ходишь? Нет. Ну я понимаю, ты на дискотеку пришла, да? Красиво. Еще в нос тебе поставить. Как корова. Ходят вот здесь вот эту штучку, как, знаете, вот корова, когда пасется, вот здесь ей делают, чтобы она не убежала и привязывает. Так вот здесь полюбимся, хоть как корова. Ну и мальчики ходят. Я вам просто не расскажу пару таких случаев, просто не могу. После которых девочки, которые ставят, там здесь все пирожки, что-то не надо. Потом вот эти наколки. А если вам туда вот губы делают, хоть корова. Губа не могут говорить. А кроме того, что надо, не могут говорить. Так еще знаете, что бывает? Попадает плохо тело, да, и начинается воспаление, лицевое воспаление. Они потом бегают и говорят, ой, меня доктор, доктор, меня здорово. А что ты тебе здорово? Тут весь организм попал там все. Наколки? Наколки делают. Будете когда на море, вот всегда будет интересно. Еще раз, каждый укол, это попадание какого-то вещества вам. И запомните, сделать наколку, она у вас на всю жизнь. На всю жизнь. Вот у тебя есть, например, молодец, вот тебе нравится, все, то есть вот его зовут, например, как он будет, у первого молодого человека. Мешок. Раз ты написал мешок. А потом он тебе разобрается. Тебе разобрается, например, Ион, Ионаш. Ты написал Ионаш. Потом Пупи. О, Пупи. И у тебя все в наколках. А потом тебе понравился хороший парень. А у него фамилия, ну не знаю, ну как его могут назвать? Какой фамилия? Ну хорошо. Вадим, вот тебе, не обязательно он, Вадим, а он на тебя посмотрит, он тебя здесь затронул, он скажет, знаешь, что ты думаешь, нафига мне это нужно было, а уже в жизни я все ничего не сделал. Я о чем хочу сказать, что человек меняется, то есть вы меняетесь, то есть я, например, я смотрел раньше, весь футбол, а когда сколько показывали там по телевизору? Один раз в неделю, так может все вместе. А потом стали показывать больше матчей. 3, 4, 5. Я перестал все смотреть. Что надоел. А потом евроголы показали. Только голы. Я сидел евроголы. Потом мне надоело, я уже перестал их смотреть. А сейчас смотрю пока некоторые матчи. То есть со временем, да, где эти матчи понравились? Кто поправился на второй? Когда поправился, понравился третий. Что же у них идет? Вот так и скажите, вот что он тебе? Что ты не здесь поставил? А, ты здесь дальше. Что, да? А там ты потерял? Вот одну купила? А что не две? А почему не
Yeah.
ну, большой дальше.